Всем добрый вечер. Меня зовут Лена, и я рада приветствовать вас на нашем уроке LAB. Урок, на котором мы прорабатываем мышцы ног, ягодицы и пресс. Сегодня будет все то же самое в ближайшие 55 минут. Мы с вами будем выполнять упражнения как стоя, так и лежа, поэтому приготовьте себе коврик, приготовьте воду, приготовьте полотенце. И приступаем к работе. Музыку, пожалуйста. Как всегда, мы с вами начнем с разминки. Сейчас чуть мягкие колени, сильный пресс, круг плечами, грудь вверх. Глубокий вдох. Настраиваем дыхание. Вдох и выдох. Руки через стороны вверх и вниз. Два раза. Еще раз. Только круги бедрами. Правая, левая. Правая и левая. Полная амплитуда. Добавим. После круга присед. Круг, присед. Круг, сесть. Круг, сесть. Расположите руки так, как вам удобно. На пояс, перед грудью. Круг, вниз. Пока не полная амплитуда приседаний. Лишь потяните таз назад. И сделайте круг бедром, чтобы разогреть тазобедренные. Два раза. Ноги широко. Стоп. Плавно вниз. Плавно вверх. Наша разминка будет состоять из базовых движений. Приседания, выпады. Все как обычно. Все базовые движения. Самые простые, которые в течение урока мы с вами максимально разнообразим. Сейчас есть возможность проверить пресс, осанку, направить колени за носками, также медленно вниз. Вот теперь можно сделать нам погромче музыку раз, а мы в честь этого сядем чуть ниже. Да? Потянем таз назад и опустим бедра почти до параллели с полом. Вдох и выдох. Уже сейчас проверьте, опора на всю стопу. Вниз, вниз и вверх. Только каждый счет. Только каждый счет. Вдох и выдох. Спокойно, с улыбкой. Разогреваемся. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Так же. Настраиваемся на урок. Настраиваемся на эти 55 минут. Будьте готовы через два повернуться вправо. Тот же темп, выпад. Вниз и вверх. Вдох и выдох. Колени до прямых углов внизу. Четыре. Пятка сзади зафиксирована на весу. Передняя в пол. Снова ко мне. Каждый счет. Вдох и выдох. Вниз и вверх. Четыре раза. Задаем себе направление влево, также вниз и вверх. Проверяйте корпус по одной линии вертикальной. Каждый раз. Два. Снова ко мне. Четыре раза. Колени врозь. Пятки в пол. Два. Поворот вправо. Четыре раза. Четыре. Попробуйте опустить колено вниз и чуть вперед. Ко мне. Четыре. Три. Два. Влево. Будет все по два. Два ко мне лицом. Два. Каждый раз ниже. Поворот. Пятка на весу. Ко мне. Вниз, вверх. Все на месте, но тем не менее с движением. Еще по два. Вниз, вверх, вниз, поворот. Еще раз. Один, один. Один ко мне. Поворот. Один ко мне. Поворот. Успейте поднять пятку. Да. И развернуться. Если вы на ковре, будьте предельно внимательны. Контролируйте голеностоп.
4, 3, 2, внимание, выпад в сторону. 1-1. Вниз, вниз. Все, легко. Легкая разминка. Простые движения. Здесь переносим вес с одной ноги на другую. Таз дальше назад. Таз дальше назад, а корпус мы сохраняем длинным и ровным. Еще 4. Пружиним на правой. Вниз. Сгибайте и разгибайте ногу в колене. 8. 4. 3. Полностью вытягиваем ногу. И выдох, вдох. Почувствуйте растяжение под коленом и на задней части бедра. Потяните таз назад. Ногу согнуть, повернуться вправо. Итак, прямая нога сзади. Пяткой мы стремимся назад. Таз, легкое движение вниз, вверх. 4, 3. Колено сзади, в пол вперед. Вниз. И пяткой потянуться назад. Толкаем колено вперед, тянемся пяткой назад. 4, 3, 2, выпрямляем ногу правую, каждый счет. Выдох, вдох, выдох, вдох. 4, 3, 2, смена, к левой, только пружиним. Проверьте здесь колено наружу. Сядьте чуть ниже, протяните таз дальше, почувствуйте внутреннюю часть бедра, вытягиваем левую, каждый счет, выдох, вдох. Обратите внимание, ладони выше колена, на бедре, длинная спина, растяжение задней поверхности, поворот влево, сейчас пружиним, прямая нога сзади. 8. Вниз, вверх, вниз, вверх. 3, 2, колено в пол. В пол и пяткой назад. То вытягиваете колено каждый раз. 4, 3, 2. Выпрямляем левую. Выдох, вдох. Снова растяжение под коленом. 4, 3. Два. Подъем ладони в центр. Стоп. Сводим стопы. Медленно раскручиваемся. Маленький глоток воды, если нужно. И мы начинаем. Первый блок. Движение справа и слева. И затем изоляция. Руки на пояс. Угу. Проверили пресс. Спину. Правый шаг назад. Итак, снова все просто. Давайте договоримся. Вначале я показываю все простые варианты. Это касается всех движений. Постарайтесь не отвлекаться на комментарии. Лучше послушайте, где простая опция, где посложнее. Только одна уважительная причина отвлечься на комментарии. Поздравить с днем рождения Мигеля. Все остальное? Нет. Работаем. Еще раз так. Каждый счет. Руки на поясе, либо здесь. Продолжаем разогреваться. И готовимся к нашей основной связке. Вниз, вверх. Для того, чтобы сделать ее максимально эффективной, техника. Чуть больше веса на переднюю. Вся стопа давит в пол. Приготовьтесь. Три пульса. 3, 2, 1. Подъем. Итак, наша цель в этом движении – передняя нога. Мы давим пяткой в пол. И опускаемся максимально низко. Просто. Это простой вариант. Запомнили?
Если надо, вы возвращаетесь к нему. Либо шаг к себе, шаг, подъем. Раз, два, три, подъем. Выпад, колено, выпад, подъем. Подтяните колено к животу, при этом сохраняя спину длинной. Да, избегайте вот такого движения. Шаг, вверх и подъем. Все внизу, все внизу. 7 пульс, просто. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Простые движения, ваша возможность проверить технику. Два критерия. Безопасность и эффективность. Вниз. Еще раз. Понятно, да, что будет здесь? 3, 2, 1. Поехали. Шаг, колено. 5, 4, 3, 2, 1. Подъем. 7, колено. 3, 2, 1. Также. Останьтесь внизу. Почувствуйте переднюю ногу. Также. Сесть, колено к себе. У вас всегда есть простой вариант в виде простых 7 пульсов. 15 пульс. Только внизу. Сколько? 7. Ниже. И давим пяткой. Смена. Внизу, внизу. Помните, наша цель – острый угол в тазобедренном. Наша цель – усложнить. Выпад и колено. 15. Раз, два, три, четыре. Только внизу. Еще. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Также. Вниз. Себе. Представьте, что ваша нога сзади легкая-прелегкая. Повторить успех. Давайте. Вниз, вверх. Вниз, вверх. 7. Сидеть. Давить на всю стопу левую. Смена. 15. Разогрелись уже точно сейчас, да? 7, 6, 5. Небольшой отдых, наклон 2-2. Только наклон. Медленно и плавно. Представляя, что в ваших руках есть отягощение. Сосредотачиваясь на ощущениях задней поверхности бедра. Сейчас будьте предельно внимательны. Наша цель — вся ягодица и задняя поверхность бедра. И баланс. Вес на правую. Медленно вниз. Вес на левую. Вдох. Если в предыдущем упражнении вы чувствовали четырехглавые, переднюю поверхность бедра, то прямо сейчас только задняя. Больше изоляции для нее. А передний дадим возможность отдохнуть. Отлично. Очень внимательно. Только на правой. Медленно вниз. Друзья, в этом движении у нас с вами будет два направления. Вот такое вниз и вот такое в диагональ. Присоединяйтесь. Диагональ. Как будто вы просто потянулись руками к внешней части стопы. При этом таз. Продолжаем тянуть назад. Вниз. Только на правой. Вперед. Точно вперед. Кисти могут опускаться до колена, как более простой вариант. Либо, если вам удается сохранить длинную спину, опускайтесь ниже. Маленькое смещение в диагональ. Малюсенькое. Возврат ко мне. Вниз. Таз назад. Ничего не изменилось в работе в тазобедренном. Мы по-прежнему сгибаемся. Только корпус здесь. 2-2. Плавно вниз. Диагональ. Вниз. Это ваш
простой вариант. 2-2. Если все в порядке, отставляйте ногу назад, назад. На обоих движениях вниз и вниз. Повторим по 2. Помните, что если нужно, вы всегда можете оставить стопы на одной линии, окей? Диагональ. 2-2. Один раз. Диагональ. Если все в порядке. Только если все в порядке, окей? Только медленный темп. Вниз, вниз, диагональ. Сконцентрируйтесь на удержании баланса и на разнообразной работе в тазобедренном. Если у вас не получается удержать баланс на движении в диагональ, вы на нем можете ставить ногу в пол. Вот это движение более привычное. Попробуйте поднять ногу. 4 так. Вниз, вниз, вверх, вверх. Угу. Нога никуда не двигается. Правая готова. На левую. 2-2. Медленно вниз. Правая на носке. Вдох. И выдох. Это не интенсивная работа. Но, тем не менее, очень интенсивная для работы ваших мышц. Диагональ. Вниз. И подъем. Как будто вы что-то взяли и переставили. Два раза. Таз по-прежнему назад. Снова только вперед. Вниз, вниз. Сейчас на этих простых движениях определитесь с амплитудой, куда вы опускаете кисти. До колена, либо до середины голени. Ровная спина. Критерий. Диагональ. Почувствуйте, что немного по-другому тянется задняя поверхность бедра. Большая мышца, работающая в разных направлениях. Если все в порядке, правая назад. Медленно вниз. Вдох. И выдох. Все больше баланса. Один раз так. Диагональ. Вниз, вниз и подъем. Таз назад. Снова наша цель – согнуться в тазобедренном. Можете тянуться одной рукой. Также вперед. 2. Вниз, вниз, вверх. Еще. Вдох. Диагональ. Вниз и подъем. Вниз. 2-2. Если все в порядке. Угу. Вверх. Сразу. Если нужно, здесь представляете. 1-1. Нога наверх. Поехали. Прямо. Диагональ. Угу. Прямо. Хорошее растяжение на задней. И чуть-чуть по-другому на движении в диагональ. Также. Диагональ. Еще. Не забывайте про более простые варианты, если это нужно, конечно. Угу. Вниз, вниз и вверх. Две таких комбинации. Помните? Простой вариант. Угу. Диагональ. Еще раз. Последний. Стоп. Встряхиваем ноги. Маленький глоток воды, если нужно. Стопы узко. Пресс, корпус, темп 2-2. Приседаем. Сразу. Предыдущее упражнение было достаточно неинтенсивным. Требовало концентрации. Следующая комбинация будет более интенсивной. И мы будем двигаться в разных направлениях.
Прямо сейчас приготовьтесь. Side squat. Вправо. Шаг. Вниз. Это наше первое движение. Ну что? Только каждый счет. Все как всегда на приседаниях. Колени за носками. Таз назад и вниз. Бедра почти до параллели с полом. Ваш показатель амплитуды, в которой вы опускаетесь, положение нижней части спины. Как только вы начинаете округляться, возможно, вам нужно будет остаться еще чуть выше. Движение номер один готово. Правый вперед выпад. Шаг. Вниз. Подъем. В исходное. Шаг. Вниз. Подъем. Небольшой шаг вперед. Оба движения задействуют все мышцы бедра. Но опять же по-разному. То, как они работают, по-разному. Шаг. Вниз. Учим работать в любых случаях жизненных. Каждый счет. Вниз, вверх. Проверьте здесь. Полная стопа в пол. Ваше колено сзади примерно на уровне передней стопы. Так же. Вниз, вверх. Сталкивайтесь мощно передней ногой вверх. 4. Side lat. Side. Side. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4 раза. Сейчас только направление. Запоминаем. В стороны и вперед. Правый. Вперед. Вперед. Мы немного поменяем темп для того, чтобы сделать движение более интенсивным. Это будет 3 пульс. С него мы начнем приседать. 3 пульс. 3, 2, 1. Смена. 3, 2, 1. Также 3. Небольшой шаг. Еще. Вперед. 3, 2, 1. Наверх. 3, 2, 1. Подъем. 2 раза. Три пульс. 3, 2, 1. Наверх. Так же. Пока никаких изменений. 3 пульс. Вперед. 3, 2. Наклоняйте корпус так, чтобы образовать острый угол в тазобедренном. Наклоняем таз, тем самым растягивая ягодицу больше. Внимание. 3 пульс. Сквот. 3, 2, 1. Ой-ой. 3, 2. Присоединяйтесь. Мы будем шагать как на приседаниях, так и на движении вперед. Готовы? Близко к себе. 3, 2, 1. Сесть, сесть и сесть. Колено сзади почти до пола в последний счет. 3, 2. Также. 3. Шаг, шаг, шаг. Сесть, все внизу. Да, вот эти 3 пульса, это только внизу. Контроль. Прессом, корпусом, правая вперед. 2, 3, ой-ой, 3, 2, молодцы, еще так. Будет все по 2. Мы двигаемся один раз вправо, 3, 2, один раз влево. Один раз вперед. И левый также. Повторим. Повторим. 3, 2. Чуть-чуть. Долго. И сильно. Внимание. С одной ноги в сторону. И вперед. Раз, два. Правый же вперед. 3. Все время работает одна нога. Влево. 3, 2. Ей же вперед. 3, 2. Сразу начните поднимать пятку, когда вы начинаете движение вперед. На меня. Стоп. Влево. Вперед.
Правая вперед. Левая вперед. Только здесь. Поработали в целом с мышцами. Изоляция впереди. Будьте готовы остаться только на правой. 2-2. Шаг. Легкая нога сзади. Пальцы в сгиб бедра. Мягкое колено. 2 вниз. 2 вверх. Восстановить дыхание. Медленный темп только для того, чтобы восстановить дыхание. Дальше это будет только каждый счет. Цель. Острый угол с тазобедренным. Длинная ягодица внизу. Ровный корпус. Животом на бедро. Проверьте себя и внизу. Легкая нога. И наверху. Это ваш простой вариант. Если нужно, всегда он. Если все в порядке, каждый счет. Вниз, вверх. Колено за носком. Это мы вспомнили про безопасность. А теперь про что? Про эффективность. Ниже. Вниз, вверх. Мне тут становится веселее. Надеюсь, у вас тоже. Это простой вариант. Если все в порядке. Нога вверх. Вниз. 16. Вниз. Вверх. Полная амплитуда вниз. 8 раз. Четыре. Будьте внимательны. Мы добавим небольшое разгибание. Вниз, пам, вниз, пам. Важно, чтобы это разгибание было за счет ягодицы, не за счет поясницы, только ногой. А это значит небольшая амплитуда. Четыре, три, два. Никакого отдыха. Стоп. Левая. Правая легкая. Стоите на левой? Стойте. 2-2. Начинаем проверять технику. Вся стопа. Пальцы расправить. Пятки прижать. Пальцы зажать в сгибе бедра. Готовы? Каждый счет. 16. Вдох. Выдох. Проверяйте себя. Колено сзади, близко к опорной стопе. Колено впереди, над стопой. Оно может немного смещаться вперед, но оставляйте его в пределах стопы. Ваша цель – пятка на полу. Это простой вариант. Он всегда с вами. А следующий тоже с вами. 16. Держим амплитуду. Молодцы, молодцы. 8 раз. 8. Пока только приподнять ногу от пола. Да? 3. 2. А вот теперь добавить небольшое отведение. Пам-пам-пам-пам. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Тем важнее контроль. Высокий темп. Наша особая зона ответственности. Стоп! Молодцы. Встряхиваем ноги. Маленький глоток воды. Короткий интенсивный блок. Сейчас не длинный блок по сравнению с другими. И ваша цель постараться поработать в полную силу. Можно нам увеличивать музыку. Широкая постановка ноги. 2-2.
делали. Раз. Вниз. Ваш простой вариант. Только присед. Каждый счет. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Ваш простой вариант. Второй. Шагом. Брось, брось. Вместе, вместе. Брось, брось. Вместе, вместе. Пожалуйста, попробуйте сделать его. Даже если вам нельзя прыгать. Вот этот вариант низкоударный. Вы шагом перемещаете ноги. Мне кажется, очень многие знают, что будет дальше. Ну и хорошо. Три. Два. Присоединяйтесь. Брось. Вместе. Брось. Вместе. Это третий уровень. Когда вы приземляетесь и приседаете, ставя ноги широко. Уровень 4. Два приседания. Да? Те, кому нужно. Итак, наши ноги поработали с выносливостью. Продолжайте. С концентрацией, с балансом. Теперь плеометрическая работа. Стоп. Встряхните. Значит, снова знакомое движение. Выпад. Шаг на место. Все, все, все. Легко. Восстанавливаем дыхание. Мне кажется, слова «чуть-чуть» и «легко» больше не вызывают доверия у многих. Колено. Вниз, подъем. Вниз, подъем. Второй уровень. Третий. Прыжок. Сквот. Друзья, это последняя интенсивная работа наверху. Дальше все лежа. У вас есть вариант самый простой. Вы можете возвращаться к нему. Можете работать только с ним. А можете работать со мной. Последний. Стоп. Господи. У меня аж голос сел. Коврики. Молодцы. Опускаемся вниз. Не, у меня какая-то бесковровая. Ой. Итак. Сейчас. Если в вашем доме есть фитнес-резинки, наденьте их на бедра. В следующих упражнениях вы можете увеличивать себе интенсивность за счет работы с сопротивлением. Если у вас их нет, поверьте, еще не знаю, кому повезло. Опускаемся вниз. Итак, простое движение. Локоть под плечо. Важно. Корпус вытянуть. Склеить стопы. Колено вверх. Вверх, вверх. Нет ничего проще. Отведение диагональное бедра. Активная работа для вашей ягодичной мышцы. Представьте, что вы толкаете что-то бедром. Даже если вы сейчас, как и я, работаете только собственным весом, контроль техники – путь к успеху. Договорились? Дальше. Внимательно запоминаем. Это простой вариант. Можно только его. Договорились? А можно не только его. Присоединяйтесь. Отведение, планка, плавно вниз. Нижнее колено давит в пол. Верхнее бедро направляем назад в диагональ. Оставьте сейчас стопы как будто склеенными. Итак, медленный темп.
это вот это движение. Два раза. Еще раз. Каждый счет только внизу все. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Проверьте, ваши стопы должны быть на уровне таза. Не уводите ноги далеко назад, колени чуть вперед. 8. Выдох, вдох. Создавайте себе усилие, концентрируясь на работе мышц. 2-2 с подъемом. Плавно вниз. Вы почувствовали, да, что работают, в общем-то, обе ноги. Все правильно. Все правильно. Каждый счет только внизу. Выдох. Только ягодица. Во втором движении корпус, стабилизаторы, внешняя часть бедра. 2-2, go, вверх. Нижняя тоже очень хорошо толкает пол. Только внизу, каждый счет. А вот теперь пробуем. Все на сложный вариант. 2-2. Каждый счет внизу, либо со мной. Каждый счет вверх. Каждый счет тоже сложный вариант. Одна, двойка. Каждый счет здесь, либо с подъемом. Последний раз. Такая долгожданная иногда бывает эта фраза. Стоп! Дадим возможность отдохнуть нашим ягодицам. Изоляция для внутренней поверхности бедра. Носок вперед. Корпус вверх, нога чуть на весу. 2-2. Вверх, вверх. Плавно вниз. Сейчас проверьте себя. Носок на меня. Тогда будет приводящее. Каждый счет. Выдох, вдох. Итак, поднимите ногу вверх до уровня колена опорной ноги. Опустите вниз, оставляя ногу чуть на весу. Больше не будет этого темпа. Будет только пульс. 3 вверх. 3, 2, 1. Вот здесь у вас есть выбор. Вы можете поработать в нижней части амплитуды. Но если хотите чуть больше, подъем выше. Выше и вниз. 3, 2, 1 и вниз. И каждый раз проверяйте. Носок вперед. Внутренняя часть стопы в потолок. 3, 2, 7. Пружин. 7, 6, 5. Снова ваш выбор. Остаться внизу, либо прогрессия вверх. Понемногу. В самый последний счет на уровень колена. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Также 7, 6, 5. Понятно, да, что без 15 я вас не оставлю. 15. Вверх, 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 вверх. Вот здесь можно работать уже только в верхней точке, финишные 7. 3, 2. Стоп, еще 15. Все, выберите свой вариант, внизу или наверху. 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Смена. Молодцы. Вернемся к нашим ягодицам, стабилизаторам бедра и прочим нужным вещам. Локоть под плечо, колени чуть вперед, склеили стопы. Выровняли корпус, оттолкните предплечьем пол от себя. Да, и сейчас все, даже если у вас нет никакого сопротивления, создайте его своей прекрасной техникой. Вниз. Выдох. Угу. Важно сохранить таз перпендикулярно полу.
выдох. Угу. Можно также. Либо вместе со мной. Вверх, вверх. А вот теперь вы можете представить, как отталкивать одно бедро нижнее. Второе не забудьте отвести в диагональ. 4 раза. 4. Если тяжело. Ладно? Еще раз. Все внизу на каждый счет. 16. Сейчас как на кассетах Синди Кроуфорд. Блин, я, кажется, выдала свой возраст. Выдох. 8 раз. 8, 7, 6. Выдох. 4, 3, 2. Дальше меньше. 2, 2. Полностью вверх. Косые включить. Стабилизаторы бедра включить. Ягодицы включить. Все включить. Каждый счет только внизу. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Сожмите здесь ягодицу. 2 с подъемом. 2. Сейчас. Еще активнее стабилизируем лопатки. Каждый счет только внизу. А вот следующие 4 комбинации. Пробуйте в полную силу. Все движения, все темпы вверх. Каждый счет. Также. Еще. Вверх, вверх, вниз. Каждый счет. Выдох. Последний раз. Последний раз. Каждый счет. Стоп. Носок вперед. Темп 2-2. 2-2. Направляйте носок вперед, вращая ногу в тазобедренном. Хорошо? Это не работа в голеностопе. Это работа в тазобедренном. Начать прямо вот отсюда. От верхней части, внутренней части бедра. Откуда трек? Кто помнит? Каждый счет, выдох, выдох. Есть бодистепперы у экранов? Ноги не начали у вас идти в другую сторону на степ? 8 раз. 7, 6. Это мы наметили себе верхнюю часть амплитуды и контроль внизу. 3 пульса вверх. 3, 2. Ваш выбор. Внизу. Либо с прогрессией вверх. Вверх, вверх, вверх. Да? И каждый раз вы проверяете, вращаем ногу в тазобедренном. Внутренний край стопы вверх. Носок легкий, стопа без напряжения. 7 пульс. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Вверх и вниз. Начните снизу и попробуйте хотя бы разочек прогрессию сделать. Вообще другие ощущения. 7. 7. Если вы чувствуете переднюю, опять же, вращайте. 15 пульс. Только наверху. 15. Продержаться. Наверху. 7, 6, 5, 3, 2. Стоп. Ой-ой, забыли. Забыли. Если нужно, немного потянулись.
Ну и более привычный наш комплекс. Снова изоляция. Ладони под плечи. Естественное положение позвоночника, естественный прогиб в пояснице. Колени на ширине таза. Нога правая в длину и подъем. Угу. Плавно вверх, плавно вниз. Сейчас найдите снова свою амплитуду. Ваша амплитуда – это то положение наверху, в котором вы оставляете таз стабильным. Посмотрите, что дальше. Вверх, диагональ и вниз. Раз, два, три, вниз. Раз, два, три. Здесь никаких сложностей. Здесь чуть-чуть. Три отведения. Три, два. По сути, закрепить успех нашей первой комбинации. Совсем недолго здесь. Семь раз. Семь. Шесть, пять, по одной линии нога, смена, левая в длину, два-два, вверх, вверх, вниз, вниз. Такой отдых небольшой. И снова работа со стабилизацией, с концентрацией. Над тем, как вы умеете зафиксировать таз сейчас и отделить движение только в тазобедренном. С отведением. Раз, два, три, вниз. Три подряд, недолго. И три, два. Найдите ту амплитуду, в которой вы держите таз стабильным. Три, два. Попробуйте вытянуть носок. Семь раз. Семь. Шесть. Стоп. Последнее для ягодиц. Вдоль туловища. Ой, главное не разбить часы. Два-два. И вверх, вверх. Плавно вниз. Вот сейчас снова нужно будет сконцентрироваться. Вытолкнуть таз вверх. Внимание, подъем. Правая нога вверх. Вниз. И вниз. Подъем, левая вверх. Таз удержать в верхней точке. В два раза быстрее. Подъем. Вверх. Вниз. Вниз. Это ваш простой вариант. На случай, если основной вызовет затруднение. Всегда есть чем заняться. Будьте внимательны. Мы поднимем ногу наверх и оставим. Два раза таз вниз. Раз, два, вниз, вверх, вниз, вверх. Поменяли. Раз, два, вниз, вверх. Сохраняйте бедро перпендикулярно полу. Также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вниз. Вверх, нога в пол, таз в пол. Подъем, нога вверх, два раза в пол. Все, что нужно нам сейчас, это додержаться до конца. Тем более, что осталось совсем чуть-чуть. Раз, два. Вытолкните таз выше. Оттолкнитесь стопой от пола. Чуть больше. Подъем, вверх, четыре, еще,
Один раз. Нога в пол. Также подъем. Вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Один раз. Последний. Справа и слева. Вниз, вверх, вниз, вверх. Один раз. Еще так. Вверх. И мы сейчас будем слушать этот трек еще раз. Один раз вниз. Нога в пол. Стоп. Можно нам еще раз этот трек? Предпоследний. Потому что у нас еще пресс. Итак, руки вдоль туловища, ладони вверх. Пальцы к вискам. Только носки касаются пола. Кранч 2-2. Прямое скручивание и плавно вниз. Мы снова с вами двигаемся прогрессией от простого к сложному. Оставайтесь на уровне, на котором у вас остались силы. Остались силы работать правильно. В любом случае, движение снова должно быть безопасным и эффективным. Каждый счет. Выдох, вдох. Сосредоточьтесь на том, чтобы поднять обе лопатки от пола. Подтяните живот, прежде чем вы начнете скручивание. Пальцы у виска, либо легко придерживают затылок. Поясница, естественный прогиб. Напрячь ягодицы. Снова медленный темп. Правое бедро вверх. Плавно вниз. Это уровень 2. Поднять ногу вверх до перпендикуляра бедра с полом. И все. Каждый счет. Выдох, вдох. А теперь давайте договоримся, что мы будем больше тянуться корпусом к ноге, чем ногой к корпусу. Хорошо? 8 раз. Четыре. Этот уровень всегда с вами. Либо 2-2, обе ноги вверх, секранч. Выдох, плавно вниз. Нашли свой вариант. Помните, что еще есть второй и даже первый только скручивание. У нас осталось 16 раз здесь. Давайте додержаться. Выдох, вдох. Выдох. Сколько? 8. Поясница ближе к коврику. Жжение в прессе есть? Удержать. И быстро в планку. Очень быстро. Стоим ровно до тех пор, пока нам не включат трек на стрейч. Последний. Чем быстрее среагирует наш звукооператор, тем меньше мы будем стоять в планке. Последний трек нам можно? Вообще, он не за нас сегодня, а может быть наоборот. Последний трек. Можно уже не включать. В общем, вы знаете, да, если что, кому вопросы. Ну, уже стоим теперь. 8 6 4 3. Время гордиться собой. Все. Молодцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тянем. Все то, что нас сокращали. Тянем,
переднюю поверхность корпуса. Вы можете остаться на локтях, потянуть на себя коврик, нижними ребрами выдвинуться к рукам. Да, либо так. Все. Опускаемся вниз. Таз на пятки. Разведите колени шире, а стопы оставьте вместе. Расслабьте сейчас поясницу. Лицом ко мне. Правый шаг вперед. Как ваше самочувствие? Напишите. Таз вниз. Вытягивайтесь за рукой левой. Заодно растягивайте всю переднюю часть корпуса. Сгибатель бедра. И продолжайте тянуть четырехглавую. Удлинитесь вверх и назад, сохраняя поясницу длинной. Угу. Вес на ногу сзади. Прямая впереди, носок чуть на себя, чтобы усилить растяжение под коленом. Еще один момент, который вы, как всегда, здесь контролируете, это длинная спина. Лучше остаться так, чем так. Смена. Вперед. Обе ноги. Вверх за рукой. И здесь. Пресс, корпус, сгибатели, передняя. Удлинитесь. Шаг, точнее вес назад. Сгибаемся в тазобедренном. Тянем ногу под коленом, задняя поверхность бедра, все то, что работало много сегодня. Подъем. Правая захлест. Найдите равновесие. Направьте колено в пол. Эта же нога вперед скресна, в длину за руками, под коленями, заднюю снова почувствовать, вверх, другая нога, выровнять таз, колено в пол, скресна, в длину, а теперь ноги вместе, расслабьте руки, глубокий вдох, выдох, медленно раскручиваемся. Расправьте плечи. Глубокий вдох еще раз. Выдох вниз. Поднимаемся наверх. Аплодируем себе. Вы молодцы. Спасибо вам огромное за работу. Впереди Total Stretch. Хорошо поработали, хорошо потянуться. У вас есть возможность на следующем уроке. А я прощаюсь с вами. Спасибо вам огромное, что вы были на этом уроке сегодня. До встречи.